Всем привет! Сегодняшнее исследование я нашла в статье под страшным заголовком «Ботокс провоцирует депрессию» и решила выяснить, в чем же дело, потому что ссылка на исследование там была, и я сразу смогла все узнать, разузнать, и спойлер, нет, это не так. В Колумбийском университете проверяли гипотезу о том, что эмоциональный интеллект, не интеллект, опыт, зависит от нашей мимики, то есть они взаимосвязаны. И они проверяли эту гипотезу на людях, у которых полный паралич лица, как они реагируют, какие у них процессы внутри, как у них настроение ощущается, влияет, не влияет, это есть мимика, когда у человека нету, когда у человека мимики, как происходит вообще реакция организма, реакция нервной системы и так далее. В общем, суть этого эксперимента была в том, что взяли 72 женщины, которым вкололи либо ботокс, либо препарат на основе гиалуроновой кислоты. И выбор ботокса, в принципе, не случайный, потому что именно ботокс позволяет обездвижить мышцу, но все нервные сигналы проходят в мышцу, но за счет того, что мышца не отвечает, за счет того, что там ботокс, то есть ботокс блокирует вот этот ответ, то обратного сигнала в мозг не идет. И за счет этого было предположение, что вот как раз-таки эмоции не происходят, потому что нет ответной реакции от наших мышц, в частности мышц лица. В общем, протестировали этих женщин, которым частично вкололи ботокс, частично гиалуронку, которая просто заполняет, разглаживая морщинки. Их протестировали в самом начале и через 2 недели, потому что ботокс набирает силу через 2 недели, то есть он полностью вступает во все свои владения, парализует все мышцы, которые вот вкололи. Кололи, кстати, в мышцу гордеца и в гусиные лапки. Гиалуронку кололи только в носогубные складки. И что выяснили ученые, протестировав этих женщин? Они заметили, во-первых, то, что, конечно же, ботокс не провоцирует никакой депрессии, и яркие эмоции сохраняются. То есть, если у вас какая-то гиперрадость, гиперпечаль или еще что-то, то есть какие-то очень эмоциональные моменты, они никак не влияют вот это то, что у вас там частично мимика как-то не работает, или у тех женщин, у которых вколот ботокс, мимика не такая активная, как у при обычной жизни. В общем, это не влияет. Но на средней интенсивности эмоции, да, это имеет влияние, потому что, не проходит вся эта реакция от мозга в мышцу, от мышцы к мозгу, и за счет этого какие-то средние эмоции, они немножко притупляются. За счет этого, в обычной жизни, если вы не испытываете каких-то ярких эмоций, да, немножечко такое состояние у вас более стабильное происходит за счет того, что, стираются эти средние эмоции. Так что не бойтесь, ботокс не провоцирует депрессию. И на этом все. Хороших выходных. Пока-пока.